Всем привет! Сегодня начинаю прохождение за Пруссию в игре Napoleon Total War. С модом Napoleon Total Faction. Также со своими модами, со своими юнитами. Ну и с теми, которыми добавил из других модов. Непобедимая армия Наполеона угрожает всей Европе. Но Пруссия должна думать в первую очередь о своих интересах. Британия, Австрия и Россия предлагают ей вступить в союз против Наполеона. Но король предпочитает наблюдать за развитием конфликта со стороны. Угрозу для германских государств представляет как Франция, так и Австрия. Долг Пруссии – защищать все германские государства от французского империализма. А может быть, для этого их стоит аннексировать? Итак, наилучшая стратегия – накопить силы, пока Франция и Австрия сражаются между собой, а потом вступить в союз с победителем. При этом не стоит забывать о России, которая проявляет пристальный интерес к германоязычным областям Польши. В любом случае, промедление означает крах всей прусской нации. А это недопустимо. Так, армейская реформа. Что там она? Школа строевой подготовки. Это что ли, или это? Ладно, потом. Так. Ладно, потом наймем. Так. Вначале мы ни с кем не воюем, и можно даже торговать с французами. Не хотите, ладно. Так, хорошо, Россия. Есть. Нет, а если вот так? Хорошо. Уже хорошо. Так. А, французы здесь близко. Чтобы такого пока не строить. Ладно, пусть строится. Давай. Что такое вообще?
Маневры и мне не надо. Бавария. Давай. Бавария все равно сейчас исчезнет. Так, атакующая Османская империя. Давай вступаем на стороне союзника с турками. Рейнская конференция, ладно. Так. Или здесь. Здесь порядок. А вот второй корабль как раз можно построить. Пока Россия там, Франция воюет, ну и Австрия. Пруссия пока будет строиться. А, я забыл про Британию. Прекрасно. Ага. Ну давай. Расторгнем этот торговый договор с Францией. Так. Ну да, вот. Баварии уже нет. Так, 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 так. Давай торговать. Дороги надо построить. Здесь дорог нет. Так, кстати, у меня же еще Вестфалия. Так, строим. Так, что еще можно построить? Пока ничего. Идем дальше. Еще кто? Иди сюда. Так, а здесь тоже дорога нужна. Так, что здесь еще в Вестфалии? В
Фридрих Вильгельм III. Так, торговля, министры. Хорошо, хорошо. Брюнетки. Морально неустойчивый. Так, кто здесь еще есть? Давай этого сюда. Честный. Степень довольства. А тут управление казной. Ладно, пусть пока остальные будут. Так, этот здесь. Туда. Сюда. А, Блюхер здесь у нас. Так, у нас война с турками. Ну, пока до конца зимы посидим. Королевство Италия. Ну, давай. Так, хорошо. Так, хорошо. Торговля идет. Так, идем дальше. Так, Кутузов вижу. Возле Вены. Испанию нет, не хочу пока тревожить.
Так, пока не воюем с Испанией, можно корабли посылать и на юг. Пусть пока строится. Так, а уже весна. Так, хорошо. В общем, пока строимся, на не копим деньги и силы. Супер. Так. А ну давай сюда. Может быть, ты быстрее сюда дойдешь, нет? Ну, ладно. Сюда тоже нет. Ладно. Генерал в городе, а мы здесь, на мосту. Так, иди сюда. А, здесь еще не построена казарма, ладно. Идем дальше.
kann ich euch dienen? Так, а ну давай, где тут Турция? Сюда. Так. Для начала повоюем с Турцией, раз уж война объявлена. Дороги. Построить. Здесь лучше все-таки или конницу, или пехоту. Так, дальше. Так, оно интересно, здесь можно. И здесь нельзя, а здесь можно. А вот сюда занято. Ладно, давай сюда. Потом разберемся. Да, так лучше. Новый враг — Французская империя. Вперед. Не достает. А так. Так, Бернадот. Можно еще конницу. Так. Легкую пехоту. Можно и генерала. Так, а кто-то... А, пушки не могут. Нет, и пушки могут, а кто не может. А, только этот не может. Хорошо. Тогда давай. Так, хорошо. Ух ты, а здесь Наполеон еще есть. Так, срочно нанимаем войска.
Да что это такое? Отступление вражеской армии. Хорошо. Я тогда разворачиваю не на Турцию, а на Мюнхен Блюхера. Так, значит. И штурмуем Ганновер. Так. Так. Что за мерзкая погода? Сырой порох означает верный промах, месье. Посмотрим. Пойдут французы в атаку или будут стоять? Тогда идут потихоньку. Так, это значит подкрепление у меня бежит. Так, это у нас кто-то... Что-то такое... А, это цветочки. Так, это кто? Селезские стрелки.
Так, что же до кого-то достать? А, кол мешает. Огонь. Отступают, хорошо. Так, это... Ой. Да что это такое? Угу. Давай посмотрим на вас. А ну по Бернадоту огонь. Вперед. Французов фузелеры — это линейная пехота, а у Пруссии фузелеры — это легкая пехота. То есть у французов линейная пехота, у Пруссии легкая фузелеры. Драгуны. А здесь у нас кто? Это фузелеры, а это элитные жандармы пешие. Огонь.
Вперед. Так, куда вас черти несут? Близко возле пушек. Месье, ваша славная победа уже близка. Вперед. Стреляют. Так. Не вижу ж нифига тут. А, генералы. Все. Бернадот убит. Так, хорошо. Нет, так купируем. Могу выйти. Жаль, выйти нельзя. Так. Подкрепления нанимаются. Вот как-то вас отвлечь. Давай дальше. Так, отвлекли немного Наполеона.
Город осажден. Давай сюда. Так, здесь бы тоже нанять кого. Вперед на Мюнхен. Гарнизонная пехота, хорошо. И Наполеон. Ладно, потеряем, потом отобьем. Порядок. А вот здесь непорядок будет. Флот Вернева близко. А, это еще и голландцы здесь. Так, надо, значит, готовиться к войне из Голландии. Соединенными провинциями. Швейцария разгромлена, так. Область потеряна, флот уничтожен, новый враг, Батавская республика, а, Батавская республика, забыл, это Соединенные провинции в империи назывались. Пусть нанимаются так. Пусть пока все строится. Так. Блюхер идет на Мюнхен. Ну, еще и австрийцы помогут. Хорошо.
Швейцария разгромлена, значит, уже не пройдут. А Италии надо через Тироль пройти, чтобы напасть на Блюхера в Мюнхене. Так. Там конница есть, да? Так, пока не стрелять. Ландвер, как его, ополченцы. Так, 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 хорошо. Поставим колья. У нас союзники уже подошли. Хорошо. Это гусары. Ополченцы. Так, это еще кто? Пешие драгуны, остальные попрятались. Ладно. Огонь. А ну так на кольях. Хорошо.
Они прямо на артиллерию мои пошли. Наши люди бегут, месье! Ничего. Эти еще вернулись. Месье, месье! Жизнь нашего генерала в опасности! Разберутся. Уходи, Блюхер, так. Опять они где-то. Бейте их наконец. Наши люди бегут, месье! Они бросили моих ополченцев и на легкую пехоту напали. Гусары эти. Наши люди бегут, месье! Разобрались с этими. Ладно. Thank you.
Да иди поближе. Разберемся. Месье, эти бойцы слишком устали. Им необходимо передохнуть. Блюхера послать в атаку. Быстрее, где вы бегаете? Месье, ваша славная победа уже в рисках. Так, хорошо. Возвращаемся. Все. Мюнхен захвачен. Нет, хочу захватить. Так, это я видел. Так, здесь ополченцев трое, все равно бунтуют. Давай подкрепление сюда. Так, пока здесь постоим. Так, нужны эти войска. Драгун нанять. Можно больше конницы. Так. Захвачено. Хорошо. Бавария.
Надо мне сейчас Испания, там торговый корабль есть. Неважно. Так, ополченцев побольше надо. Это про тесто, ладно. Так, вторая армия готова. Так, теперь вся конница сюда. Потому что быстрее конница двигается. Пехота сюда. Так, хорошо. Что у нас здесь? Ничего хорошего. А, да. Здесь сразу два корабля, потому у меня и прибыль еще есть. Ладно. Кстати. Торгуем. Так, Денбург. Есть союзник. Тоже союзники нужны. Что тут такого построить? Банк. Ладно.
Восстание-то восстание. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Порядок, все, нет бунта. Так, союзники помогут, если что. Так, армия. Так-то пусть еще восстанавливается. А мы как раз на мосту станем, не будем пускать французов. Так, кого там еще послать? Подкрепления нужны. Хотя, в принципе, можно и этих сюда. Здесь же тоже тоже не территория моя. Так, что я хотел тут построить? Пусть будет построено. Так, что у нас на юге? Королевство. Италия есть. Так, хорошо. Швейцария захвачена. Отступать. Хорошо, не обратили внимания, куда мои два корабля ушли. Так, я пока не буду объявлять войну Испании. Надо кое-как сильно ослабить Францию, тогда уже можно будет Испанией заняться. Понятно. Батавская республика, может быть, как бы
Подкрепление союзника вот французов. Так, давай назад. Пока хватит. Да, долго восстанавливаются, ладно. Так, по крайней мере, не бунтуют. Давай сюда тоже конницы найму. Это как это? Фон Билла. Фон Прицис. Так, это Блюхер, гусарский полк. Называется так. Этот куда идет? Просто стоит. Давай на разведку французам. Надо начинать флот строить. Вот, хорошо. Сражение на мосту. Но уже в следующей серии будет.